На Камчатке впервые с 1991 года зафиксирован миграционный прирост населения, сообщил губернатор края Владимир Илюхин. Он уточнил, что по итогам 2017 года показатель прироста составил 544 человека. Да, цифра невелика, чуть больше полутысячи человек. Но о чем это говорит? О том, что население Камчатки впервые за долгие годы стало прирастать. По его мнению, миграционный прирост населения говорит о том, что усилия властей по созданию комфортных условий для жизни и работы в регионе дают свои результаты. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.